Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую наших подписчиков на нашей еженедельной рубрике «Совет от ангелов». Совет от ангелов – это то время для нас и такое пространство, когда мы можем обратиться за советом и услышать подсказки от наших небесных помощников. Творец послал в нашу жизнь ангелов-хранителей, ангелов-наставников, и они с момента нашего зачатия сопровождают нас. Они хотят участвовать в нашей жизни. Они хотят помогать нам во всех наших делах. И они любят нас даже больше, чем наши родители любят нас. Искренней, безусловной любовью. И сегодня, я верю, мы услышим тот совет и то наставление, в котором мы нуждаемся. То, что будет ценным, важным, нужным и актуальным именно на этой неделе. Ангелы знают, через что вы проходите. Они знали, что вы кликнете это видео и посмотрите. И поэтому мы будем ожидать прямо здесь и сейчас это наставление, это напутствие и эти подсказки от наших небесных друзей. О, дорогие ангелы, проговорите. И на этой неделе выпадает совет: не ругай себя за ошибки. Не ругай себя за ошибки. Ангелы говорят: хотя мы знаем о твоих ошибках, мы не виним тебя за них и видим в твоем сердце только добро и любовь. Дорогие, не ругайте себя за свои ошибки. Много лет назад, это очень, знаете, очень личный такой интимный совет, который в моей жизни имеет большое значение. Много лет назад я был в медитации, молитве, в глубокой, многочасовой. И я услышал, как ангелы появились в моей комнате. И я переживал о своих недостатках, я переживал о своих ошибках, я переживал о своих слабостях, о своих несовершенствах. И я услышал, как ангелы сказали мне: Михаил, когда Небесный Отец смотрит на тебя, Он все время улыбается. Когда Создатель Всевышний смотрит на тебя, Он все время улыбается. И в этой улыбке столько любви. Потому что, когда Он смотрит на тебя, Он не смотрит на твои недостатки, Он не смотрит на твои грехи, Он не смотрит на твои слабости, Он не смотрит на твои ошибки, Он видит в тебя своего сына. Он видит в тебе, если ты женщина, свою дочь. Дорогие, и это так отпечаталось в моей жизни, это так отпечаталось и сохранилось на всю мою жизнь в моем сердце. И Он сказал: Он не только на тебя так смотрит, Он смотрит так на всех людей. Дорогие, когда Всевышний смотрит на тебя, Он улыбается, и Его глаза полны любви. Вы не удивите Всевышнего своими грехами, вы не удивите Его своими ошибками, вы не удивите Его своими дурными поступками. Он знает все, Он вездесущий, Он всезнающий, Он есть Абсолют, Он есть Альфа и Омега, Он есть Источник жизни. Кто-то скажет: а что делать со своими ошибками? А что делать со своими грехами? А что делать со своими страхами и слабостями? Оставь их. Попроси прощения у Вселенной Творца за свои ошибки, за свои грехи, за свои недостатки. Переступи через них. Начни видеть себя сыном Бога. Начни видеть себя дочерью Бога. Начни смотреть на себя так, как смотрит на тебя наш Небесный Отец, любящий Источник, Абсолют, Создатель, Творец. У Него много имен. Когда Он смотрит на тебя, Он все время улыбается. Он не ругает тебя за твои ошибки. Он не рассматривает твои ошибки под увеличительным стеклом. Он не хочет наказывать тебя, как некоторые убеждают нас. Он любит, и Он принимает нас. И он желает, чтобы мы тоже смотрели на себя так, как Он смотрит на нас. Чтобы мы тоже видели себя детьми Бога, детьми Всевышнего.
дорогие. Чтобы закрепить действие этого совета, напишите короткую молитву активацию прямо под этим видео. Дорогие ангелы, научите меня смотреть на себя так, как смотрит на меня Творец. Научите меня не ругать себя за свои ошибки, но переступать через них, отказываться от них и идти в новое будущее. Смотреть на себя, как на дитя Бога, как на сына Бога, на дочь Бога, если ты женщина. Относиться к себе так, как относится к нам Всевышний. Дорогие, запишите. Я выбираю не ругать себя за свои ошибки. Я выбираю видеть себя дитем Всевышнего. И я принимаю божественную любовь. Я принимаю божественное принятие, одобрение и божественную улыбку, которая прямо сегодня обращены ко мне. Дорогие, это правда, это так и есть. Прямо сейчас Создатель смотрит на тебя. Он улыбается. Он любит тебя. Он верит в тебя. И Он радуется, что ты у Него есть. Дорогие, будьте благословенны. Встретимся через неделю.